памятнику Гагарина. Но сейчас трогаюсь потихоньку. Полоса слева по небу, самолет летит. Видели, да? Это правоугольный. Вот он пошел на обгон, ни хрена не видя дороги. Сидит в заднице впереди идущего и высовывает морду на встречную полосу. Должен, если уже на то пошло, отстать впереди идущего, посмотреть, насколько это возможно, и потом, набрав скорость, обогнать. Заниматься.
ситуации, когда мне даже сын на праворульной идет на борода, на мой взгляд, цепляться за впереди идущую фуру, двигаться за ней на расстоянии 200-300 метров.
ямка на ямке, ямка на ямке, блин.